Благоустройство стало главной темой выездной администрации в поселке Монино. Не секрет, что для большинства жильцов многоквартирных домов важно, чтобы внутридворовые проезды были отремонтированы, ухожены палисадники и зона отдыха, а дети могли играть на удобной и безопасной площадке. Тогда времяпрепровождение во дворе становится комфортным. Вопросы благоустройства всегда актуальны. Жители Монино смогли обсудить важные для них темы с главой округа Андреем Булгаковым. Улица Красовского, 13. Я хотела, Андрей Алексеевич, задать вам вопрос. Когда у нас будут проводиться работы по благоустройству нашего двора? В этом году сделано. Ну, хорошо. Мы в Монино много за последние два года дворов сделали, вот теперь дошли до этой части. Обязательно сделаю, потом приеду, проверю с вами, вместе пройдемся. В этом году по программе комплексного благоустройства в рабочем поселке приведут в порядок двор домов по улице Маршала Красовского 11, 13, Комсомольская 1, 1А и 2, Маслова 8, 11. Также работы пройдут во дворе Маслова 4, 6, территорию 7 и 9 домов также приведут в порядок. Комплексные работы планируется провести во дворе Красовского 3 и Маслова 1, 3, 5. Всего же в программу попали 4 территории. Однако благоустроить не только дворы, но и общественные пространства важно для жителей. В прошлом году около памятника «Скорбящая мать» по просьбе монинцев была заасфальтирована народная тропа. А теперь уже этим летом здесь планируется установить скамейки и урны, сделать освещение и декоративную подсветку. Необходимо решить и важный вопрос об устройстве дренажных колодцев у школы номер 22, а также у дома 2А по Новинскому шоссе. Во время таяния снега и сильных дождей здесь скапливается вода, как рассказали жители руководителю муниципалитета во время приема. Решить вопрос глава округа поручил до конца лета. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.